Сообщение о работе игорного клуба поступило от регионального штаба «Молодая гвардия». В ходе проверки установлено, что в помещении, расположенном в жилом доме по улице Поморская в поселке Искателей, велась незаконная игровая деятельность. 7 октября 2014 года сотрудники полиции проверили дом по данному адресу и пресекли правонарушение. Мы буквально вчера сообщили, и тут же сотрудники ОБ, оперативно отреагировав, выехали на место, проверили, и данный факт подтвердился, что там действительно проводилась нелегальная игровая деятельность, участвовали, там, когда мы туда зашли, там были люди, которые играли, администратор, и на мониторах, соответственно, было видно, что, чем они там занимались. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято компьютерное оборудование в количестве 5 моноблоков, 2 системных блока, 1 монитор и денежные средства в размере 10 500 рублей. По делу проходит административное расследование. В настоящее время проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Управление внутренних дел сообщает, если вы обладаете информацией о деятельности игорных заведений на территории округа, просьба обратиться в отделение по телефону 42363 или по телефону доверия 42152. Александра Бобрикович, Леонид Шишелов, телеканал «Север».